Привет, друзья, Миран на связи. В эфире очередной выпуск Metal Music Month, и сегодня мы рассмотрим три мартовских релиза. Альбомов, конечно же, вышла целая куча, на всех времени не хватит, так что я отобрал три наиболее разношерстных релиза. Ну и, конечно же, грех не сказать о новой работе мастодонтов симфометала Nightwish. Так что начнем с Endless Forms Most Beautiful. Конечно, чтобы нормально рассказать о таком альбоме от такой группы, нужно собрать всех у камина, сесть в кресло-качалку и пуститься в многочасовое созидание лексических конструкций, полных эпитетов и превосходных степеней. Но так как рабочее название нашего блога «Мудакое мнение Мирана», то я просто расскажу о некоторых личных наблюдениях. Мне кажется, что Endless Forms закотирует большее число закоренелых найтовских фанатов, нежели Imaginarium. Потому как продюсирование первого допустило изрядное количество таких уансовских метальных партий. На мой взгляд, Томас Халапанин уже не старался сделать свой композиторский шоу-рил и показать, какой он разносторонний молодец. Для этого дела у него теперь сольный проект есть. Но я так ждал от Кая Хахту его фирменных бас-битов. В песне Yours is an Empty Hope даже пары тактов хватило бы. Но, по сути, его индивидуальность на этом альбоме вылилась только в несколько быстрых переходов и модных сбивок. Ну и гвоздь программы — вокалистка Nightwish. Кто бы ни занимал эту должность, мнения всегда будут разниться и тролли будут сыты. Но, тем не менее, ведущий вокал на Endless Forms Most Beautiful исполняет Флур Янсен. Не упоротый академ и не фу эстрадный вокал, не металл. Отличные выверенные интонации, эмоциональная подача — все нюансы к месту. На мой взгляд, впервые поклонники получили так мало поводов поразводить эти вокальные растри. Безусловно, Endless Forms Most Beautiful, как и несколько предыдущих работ, является собой не просто метал-альбом, а сложную составную музыкальную конструкцию, кропотливый труд Халапайнина и Ко. В связи с этим сам маэстро просил хотя бы в первые разы прослушать альбом полностью и на хорошей акустической системе. Я видел много отзывов по этому поводу, вплоть до высказываний в стиле «Да кто он такой, пусть денег даст на норм-систему, тогда и подумаю». В массе своей так говорят. Люди, которые любят кинуть пару песен на MP3-шник, слушать их в метро где-нибудь, еще, знаете, переключать на следующий трек во время финального фейдаута. Ебанатство! В общем, послушайте умного дядьку, выделите себе часика-полтора отдыха, включите альбом с первого трека и не выключайте до конца. Помимо традиционного Nightwish и ставшего уже традиционным симфонического оркестра, вы услышите Ричарда Докинза с его идеальным произношением, народные инструменты Троя Донакли, и еще кучу кастомных атмосферных звуков. Экспириенс полезен для любителей совершенно разных музыкальных направлений. Ну а вторым нашим сегодняшним релизом станет альбом о котиках, космосе и съемных квартирах под названием Futurology. Приотпизм — это болезненная, непроизвольная эрекция. А еще это безумный авангардный коллектив из Франции, о котором мы говорили в 11-м выпуске Metal Music Madness. В марте у Приотпизм вышел не то чтобы полновес, скорее это 23-минутный сингл, разделенный для ясности на 11 частей. Но раз уж вы, дорогие наши подписчики, сказали, что этот релиз определенно должен быть в выпуске, here we go! Ну, безумцы-лягушатники в своем стиле. Глич-кор, симфоническая музыка, бласт-биты, какие-то безумные крики. Для кого-то эти полчаса станут настоящим отдохновением. Ну, а кто-то сломает мозг. Как обычно.
одну часть этого сингла Priapism запилили видео. Не такое хардкорное, конечно, как Undroid SGBO Lord Skill Supreme Pour on Neutrino, но тоже ничего, с котиками. Кстати, этот EP был полностью сочинен Эймериком Томасом. Он же на записи заведовал ударными, перкуссией, клавишными, кларнетами, электроникой. Ну а на лайвах он просто играет на барабанах. Вы ведь в курсе, что Priapism исполняют это одище еще и вживую? Ну а на сладкое я оставил, пожалуй, свой любимый мартовский релиз. Второй альбом немецкой группы с французским названием «Молоди». Ну а релиз называется «Steel». Слово «Молоди» переводится с французского как «болезнь». В связи с этим музыканты обозвали свою музыку «Black Metal». Но привычными тегами ее можно описать как авангардный атмосферный «блэк». Причем атмосфера действительно такая болезненная. В составе этой группы есть один наш старый знакомый – Деха из «We All Die Laughing». В «Молоди» он исполняет роль клавишника, виолончелиста и вокалиста, в дополнение еще к двум горлопанам. И как раз таки вокальная связка в виде гроула, какого-то маниакального чистого вокала и безумных отчаянных криков Деха делают альбом «Steel», на мой взгляд, идеально искренним и эмоциональным. Альбом Steel очень богат на средства музыкального выражения. Помимо очевидной метал-составляющей и уже упомянутой виолончели, тут присутствуют пианино, акустическая гитара, саксофон. Все это очень органично нанизано на интересную гармоническую основу и, как результат, ни единого сомнения в целостности аранжировки. Пожалуй, такой альбом тоже требует личной встречи со слушателем. То есть забили на все дела, наушники в уши и вперед, внимать. И только тогда музыка в полной мере ответит вам на чувственном уровне, пробудит определенные мысли, эмоции, как и задумывал автор. Что мы имеем в итоге? Вздох облегчения поклонников Nightwish в альбоме Endless Forms Most Beautiful, очередная котическая эпопея от Priapism и крики отчаяния во втором альбоме «Молоди». Довольно разнообразный март у нас получился. Если у вас есть свое мнение по поводу этих работ, пишите его в комментариях, лично мне действительно интересно его знать. И совсем немного остается до первого концерта Metal Music Madness Live. Я вам обещаю, будет очень круто, поэтому обязательно приходите, мы вас ждем 25 апреля в московском клубе Little Rock. И конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу Metal Music Madness ВКонтакте, ставьте лайк под этим видео, если вам было интересно, ну а репост — это вообще предел мечтаний. С вами был Миран, до связи!